хочу познакомить вас с новинками от компании Holster из продукции из категории флисовые изделия. То есть изделия, предназначенные в качестве утепляющего слоя в комплекте послойной одежды для охотников, рыбаков, туристов. Кроме того, все эти изделия могут использоваться как самостоятельное изделие выходного дня, спортивного стиля, в прохладную погоду. Первое изделие – это куртка под названием «Глухарь». Курточка мужская. Куртка изготовлена из современного, сегодня очень актуального полотна. Полотно, трикотажное полотно с флисовым, с флисовой подкладкой внутри. Полотно очень плотное, очень толстое, очень мягкое, приятное к телу. Плотность у него 290 грамм на метр квадратный. Данная курточка отличается от предыдущих изделий, выпускаемых компанией Holster, тем, что она очень малого объема, она очень приталенная, коротенькая, хорошо облегает фигуру, подчеркивает спортивное телосложение мужской фигуры. Низ курточки с мягкой эластичной резинки, все плотно облегает, когда нужно, в нужный момент растягивается. Рукава тоже на эластичной резинке. Кроме того, рукава удлиненные с прорезью под большой палец и играют роль полуперчаток, чтобы не замерзнуть. Вот такая вот красивая, облегающая, современная как бы курточка, которая может использоваться молодежью. Эта же самая куртка, эта же самая модель, эта же самая конструкция используется у нас и еще одной курточки, но изготовлены уже из настоящего флиса. Как флис плотностью 280 грамм на метр квадратный, и называется эта курточка «Трофей». Аналогичное изделие, только оранжево-сигнального цвета, что особенно должны оценить охотники, используя как утепляющий слой, а в нужный момент можно как бы использовать как сигнальное изделие. Очень подходит к сегодняшней коллекции верхней одежды компании Holster, потому что в качестве отделки мы очень широко сегодня используем оранжевый цвет. И эта курточка, она как раз дополняет коллекцию верхней одежды. И еще одно изделие, изготовлено тоже из трикотажного полотна с внутренним флисом. Называется курточка «Малахит». Представляет из себя уже даже не курточку, а толстовку с застежкой до линии груди. Она удлиненная, закрывающая до бедер, с капюшоном. Очень теплое изделие, легкое, с яркой оранжевой отделкой. Куртка, толстовка «Малахит». Большой нагрудный карман кенгуру и внутренний карман, в который можно положить какие-то ценные документы, ключи, смартфоны.